Очень здорово, что вы сегодня все собрались тут. Самые надежные, самые близкие. Давайте будем завершать. Я вам спою сейчас. Я до этого спеть новые песни совсем. Тут смысл этой песни раскроется в последнем куплете. А потом споем завершающее. Стихи я нашел в интернете, такой псевдоним Шпионова. А как зовут, я даже не знаю, но такой интересный псевдоним Шпионова. Морщинится кожа, твои руки, живот и щечки. Я любить тебя буду тоже, и очки протирать платочком. Когда стану ходить я с палкой и пройду через два инфаркта, все равно притащу фиалки, все равно притащу фиалки. Я тебе на 8 марта. Буду мыть за тобой посуду, не всегда по субботам скажем. Что не веришь? Сказал же буду. Ну не смейся, ведь я о главном. Эти чувства во мне не варятся. Все готово давно, разложено. Приглашаю тебя состариться. Приглашаю тебя состариться. А пока ты дай мороженое. Чего рюкзак-то такой тяжелый? Меня мама ждет уже на обед. Завтра встретимся после школы. Спасибо.